Всем привет, друзья! После недавних обновлений в игр вышел новый достижений и еще есть возможность улучшить достижений, которые до 10 прокачаны, да, их можно уже прокачать до 20. Поэтому вот сейчас посмотрим вместе. Вот это достижение у меня на уровень 10 находится. А теперь можно улучшить до 11. При этом надо тренить 3В армия. Ну, чтобы по-быстрому закрыть это достижение, да, мы можем тренировать Т1 или какой-нибудь Т4, чтобы по-быстрому закрыть это достижение. И получить новые бусты и новые военные бонус. Так вот, Гроз Империя, да, чтобы улучшить это до 11 уровень, надо 400 армия. Ну, надо убить 400 М армия вражеские война. При этом это достижение дает 13% бонус на каждый тир. Тир 1, тир 3, тир 2, тир 3, тир 4. И вот таким образом другие достижения тоже улучшатся до 20. Вот все эти достижения улучшатся. Так. И кроме этого, вышел еще новый достижений, которые у меня его нет пока. Это достижение называется Ярость семи клинков. Как это достижение улучшится? Это достижение с помощью потеря армия и могучий делается. Первый уровень это достижение делается, когда ты потеряешь 15 могучий, то есть потерять армию. Например, чтобы потерять 15 могучий, да, надо будет 150 м Т4. Значит, 150 м Т4 потеряешь, да, это 150 будет 15 могучий. Так, дальше. Второй уровень, чтобы сделать 22 могучий, надо потерять. Ну, все остальные уровни таким образом улучшается. Вот оно. Проиграть 15, проиграть 20, проиграть 20, проиграть 35, 40 и так далее. И при этом это достижение дает вот таким 10 м золота, 24 м золота и военный бонус тоже дает. Это постоянный военный бонус, а это золото. Так. И кроме этого есть могущество трех. Это тоже новое достижение. Делается с помощью потрачать дукат, золото и военный трофей. У меня пока эти достижения на этом уровне находятся. Поэтому то, что у меня есть, я вам покажу. Вот фанат достижений тоже можно улучшить. Это тоже хороший бонус дает. Вот смотри, на 13%. Так. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать следующие интересные.